привет, друзья! Как я и обещал, перед началом очередного обзора под номером 76 мы разыгрываем жерлицы, которые любезно предоставил нам Виктор, который он сам делает собственноручно и хочет разыграть между подписчиками канала. Условия розыгрыша будут в конце видоса, так что досмотрите его до конца и участвуйте. А теперь Витя немного расскажет про свои жерлицы. И телефон вы видите, да, над нами. Вот все вопросы по телефону звоните и уточняйте. Всем привет, рыбакам. Вот собираю такие жерлицы. Как бы есть разные варианты, там диаметр круга меньше, больше, покраска. Если хотите, будет подешевле без покраски и тому подобное. Глазок как бы вот прошивается весь, если видно, не видно. Ну и в принципе как, собирается легко, транспортируется тоже легко. Я держу в руках действительно качественная жерлица. Виктор, в общем, хотел сказать, все зависит, цена зависит от вашего, от вашей потребности. Да, если по вы вашим, хотите по вашим требованиям максимально удешевить, то будет китайская катушка, но она будет работать также не хуже, в принципе, и нормальная катушка. А так, в принципе, все то же самое. Да, диаметр круга. И все, так что кто не выиграет, не печальтесь, у вас еще 2-3 месяца твердой воды впереди, так что заказывайте у Виктора. И подписчикам канала 200 тенге за штуку скидывает он. Все, смотрим видос, в конце видоса условия. Всем удачи, не простанет швы. Хвостяра какой. Стас, всегда привет джи-кайзеру. Джи-джи. Так. О, какой. Наконец-то более-менее экземпляр за сегодня. Более-менее. Под двушечку, наверное. Так, сегодня какой у нас? 11 января. Так, 2019 год. Кульгажинский район, озеро Исей. Вот так мы с братом отловились. Так, сколько у нас? 26 щук. Ну и окуни мы тут не считали. Так, все нормально. Привет передай. Всем привет. Озеро Кызылколь. 13 декабря, 19 год. Улов с 9 утра до 16. 11 щучек. 10 окушков. Самое крупное 1,6 на озере было всего. Всего 4 машины. Все, будем собираться. Января 19, 13 насосная, 153. Да, вот так вот порыбачили. 3600, 3 кило 800. И так далее. Вот такая вот рыбалка. Всем доброго дня. В общем, город Темиртау. 16 января сегодня. Выбрались погонять окуня. В общем, на Самаркандское водохранилище. Ну, что скажу. Клювало хорошо сегодня. Доволен. Людей было много. Прям очень много. Ну и улов свойственный. Вот он улов. Сейчас покажу. Вот какая красота. Вокруг. Уже, в принципе, никого не осталось. Вот. Завод корбит. В общем, вот это мой улов. Это окунь. То есть, в основном, стандартный с ладошку. Есть чуть больше, конечно. Есть поменьше. Ну, в принципе, нормально. Сколько штук не считал. 10 штук еще отдал там. Мужик попросил. Так. И вот плотвички.
Раз, два, три, четыре, восемь, 12 плотвичек, одного подлещика. В принципе, нормально. Доволен. Погонял окуня. Ну, всем привет. С города Темиртау. 16 января. 19 января 2019 года. Озеро Асау-Балык. Самое сердце Кургалжино. Вот они, щуки. Вот большие. Может, 10 килограмм не взвешивали. Вот, 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 вот. Вот. Голова, как моя ступня. Вот жарится, жарится. Анатолич жарит щуку. Ой, а в тумане не видишь. Всех приветствую. Сегодня 19 января. В озере Сей, заповедник. С другом Ренатом приехали. 8 часов расставились утра. Сейчас уже 5 часов. Клев средненький. Щука мелкая. Ну, все равно поймали 11 щук. Джиджиказеру Григорию большой салем. Всем рыбакам и хвоста не шиши. Салам алейкум. Мы находимся на озере Султан. Короче, выставили 30 жерлиц. Поймали 30 вот таких вот красавцев. Вот они. Самый больше 2 килограмма. Как всегда я, Джаслан и вот... Среди нас новичок. Да, что-то слабо. Трофеев нет. Программа самая лучшая. Ну ничего, пойдет, не жалуемся. Нормально. Время 4:30. Сейчас я вам сниму наш улов. Итак, на сегодня, 20 января 2019 года, мы наловили 71. Ну и окушок, конечно. Немножко, но есть вот. Он словно. Вот так вот его. О, хорошенький. Или, как говорится, вот нога. 45-й растоптанный. В аккурат. Ну, чуть поменьше окушки. Вот такой вот у нас улов. Стандартная вся до килограмма. Вот. Всем приятного улова в этом году. Че, Виталь, как вам рыбалка? Нормально, посидели, побухали. Ну, отошли, отрезвели. Померзли. Не, сегодня тепло, вот столько наловили. Собираемся домой. Это типа наша база. Кого? На карту похоже, длинный какой-то, блядь. Ну, что-то на карту смахивается. Гибрид, конечно. Она таких двух больших вытащили. Все, мы... Вот время 4 часа дня. Вот такая мелочь на Исее. Сегодня 24 января 2019 года. Еще час где-то половим, наверное, домой поедем. Сходка. Ну, вот такая мелочь, короче. Небольшая щучка. Сегодня вообще весь день вот такая вот. Больших не ловим. Вот так как-то. Всем привет, рыбакам. 27 января. Озеро Исей. С утра приехали, расставились.
Ребят, скучно, делать тут нечего. Поймали вот три кучки, окунь, ну еще там три такие же лежат маленькие. Как бы все. Вот наша техника, на которой мы рыбачим. Давайте хоть покажу, что у нас там. Как мы рыбачим. Наши рыбаки. А? Я говорю, наши рыбаки. Снимаем. Готовим обед. Видос. Тут без строганов готовится. Тут мы внизу разуваемся. Одеваем тапочки. Вот. Тут наша душевая. Умывальник. Тут 4 спальных места. Тут гардероб. И там наша кухня. Пока так. 29 января. Акмолинская область, Атбасарский район. Село Николаевка порадовало нас сегодня таким уловом. Но для этого водоема это очень слабо. Но все-таки обзор специально для 3G Kaiser. Всем привет рыбакам, скажите привет. Вот Николаевка, Платник. Всем удачи. На Усача хорошо берет. Это уже вторая. Вот там тоже так Усача поставил, щуку снял на плотву, на ельца клюнуло. Только Усача поставил, сразу хоп, сработал. Вот падла. Тут у нас вредитель ходит. Вон, чуть телефон не утащил. Иди отсюда, уже на щуку метится. Блин, сколько скормил, я уже все голодный. Время 15 минут третьего. Вот мой уловчик. 12 щук. 4 плот... А, 2 я еще лисе скормил. 6 плотвичек и вот один окушок. 12 щучек взял. Так, а условия этого бешеного конкурса проще не придумаешь. Подписаться на канал, поставить лайк этому видео, поставить комментарий и подписать еще 3 друзей. Это шучу. И не забудьте, чтобы у вас аккаунт был открытый, чтобы я мог проверить, выполнили вы условия или нет.